Так, ну, паспорта не сдавал, пожалуйста, сюда будете. 20 апреля отмечается Национальный день донора. В честь этой даты в отделении переливания крови Одинцовской областной больницы на Можайском шоссе 55 организовали донорскую неделю. В Одинцовском городском округе вся эта неделя объявлена неделей донорства, вот такой вот благотворительной акции, поэтому у людей будет много дней, когда они могут присоединиться, сдать кровь, ну и, может быть, действительно спасти чью-то жизнь. Стать донором может любой человек старше 18 лет с весом больше 50 килограммов и не имеющий противопоказаний. Для Людмилы донация – привычная процедура. Главное – соблюдать медицинские рекомендации. Я уже около 10 лет регулярно сдаю кровь, потому что это ответственное дело. Я помогаю не только людям, но и себе, как бы. Ежедневно пациенты разного возраста испытывают потребность в донорской крови и ее компонентах. С каждым годом в округе становится все больше людей, готовых сдать кровь, говорят медики. Я могу сказать, что сегодня прям большое количество людей, да, чему мы очень рады и горды, и тем, что мы совместными усилиями с администрацией Одинцовского городского округа и волонтерами Подмосковья смогли вот такое вот число большое людей привлечь к этому мероприятию. Донорскую акцию традиционно поддержали одинцовские общественники и волонтеры. Присоединяйтесь и вы. Кроме недели донорства, кровь можно сдавать по вторникам и четвергам с 9 до 12 часов. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».